начали давно и рассматриваем выборные кампании последнего периода как процесс подготовки к выборам 16 и 17 года. Мы обкатали новую команду повсеместно. Мы заставили всех своих депутатов взять помощников молодых людей. Мы в ряде мест выставили молодых людей с хорошей подготовкой. И они прошли сейчас на местные органы власти целыми командами. Мы победили на выборах в Новосибирске, это третий город после Москвы и Ленинграда, Питера. Это культурная и научно-техническая столица Сибири. Нас поддержала Академия наук и все деловые круги. Локоть за год доказал и показал, что мы работаем эффективнее. Более того, мы в Новосибирске показали, что можно даже в этих условиях строить хорошо. Почти по квадратному метру сдали за год жилья на человека. Это лучший показатель. Сейчас мы показали, нам говорили во втором туре, смысла нет вам участвовать. Наш оппонент имел 49,6, и ему 0,5% надо было добрать. Я сказал, он 10 перебрал, вы ему приписали. И во втором туре, если мы пригласим массовые избиратели, мы выиграем. И мы выиграли, обогнали его на 15%. Достали и обогнали. Мы там предложили свою программу и будем ее реализовывать. Если посмотрите географию выборов той же Иркутской, Яганской области, она по территории больше Италии, Испании, Великобритании вместе взята. Там крупнейшие гидростанции, могучие заводы, лесопромышленный комплекс. Но за нас голосовали и в Иркутске 70%, Бодайбоза старатели голосовали абсолютное большинство. Это касается Уссурийска и Братска, и Уссурийско-Сибирская, и Ангарска. То есть это не случайное явление. Поэтому мы своих пригласили, у нас 600 человек, и сказали, вот вам один, вот второй, вот третий опыт. Команды должны приступить к работе немедленно. Кто потеряет ноябрь, не жалуйтесь потом, что у вас выборная кампания такова, что ты, если потерял 2 недели, догонять как-то на контиге будет невозможно. Поэтому мы отмобилизованы. Наш результат, вот показатели ведущих организаций, это ориентир для всех остальных. Если бы власть не боялась, она сохранила партийный список, она ломает. 5-й раз меняют правила игры. Но у нас есть испытанные средства. Глаза в глаза, от сердца к сердцу, от порога к порогу. Кто проведет 300 встреч, тот выиграет выборы. И никакие деньги. За банкиров даже в Москве больше 20% не будут голосовать. И у вас не будут больше. Но те, кто будет сидеть, не работать, не представлять программу, не команду, не надо никому жаловаться. Сейчас выиграют те, кто будет работать. Результат, вот сравнивайте ведущие наши коллективы, мы ориентируем нашу команду на этот результат. Страна заинтересована в левоцентристской политике. Я и президенту, и всей ее команде сказал, в Думе есть 150-170 человек, кто понимает, что такое законодательное собрание, что такое парламент, что такое работа в кабинетах, что такое современные законы и решение проблем. И если вы разумно не распорядитесь этим капиталом и наберете так же, как набрали у нас на Украине, то вы получите худший вариант, но он никого не устраивает. Если будет честное соперничество, наша команда выступит очень эффективно и успешно. Спасибо, Геннадий Андреевич. Пожалуйста.